Доброго времени суток, друзья. Это путешествие уже из Анапы Витязева домой. Это наши места, маленькое наше купе. И самое замечательное, что это боковушка у туалета. Друзья, это жесть. Ах, как она работает. Но самое-самое интересное, это мы привет передаю. Это у нас вот это. Да, это Гёрн. Еще разочек. Прям бит можно наложить. Давайте еще. Это, друзья, не ездите по ковушках у туалета. Это жесть. Ну а мне жирный лайк и подписочка за доброе юмористическое видео.